Странная сказка. В 39-м государстве трижды день 27. Все держалось на коварстве, без проблем и без систем. Нет того, чтобы сам воевать, стал король втихаря попивать. Раз плевался с королевой, дочь оставил старой девой, а наследник пошел воровать. В 30-м королевстве трижды 10-30, что ли? В добром дружеском соседстве жил еще один король. Тишь да гладь, да спокойствие там. Хоть король был отъявленный хам, он прогнал министров с кресел, оппозицию повесил и скучал от тоски по делам. В 311-м царстве, то бишь в царстве 33, царь держался на лекарстве, воспалились пузыри. Был он милитарист и вандал, двух соседей зазря оскорблял. Слал им каждую субботу оскорбительную ноту, шел на международный скандал. В 33-м царь скосился, не хватает, мол, земли, на соседей покусился. И взбесились короли, а обуздать его смять, только глядь, нечем в 27-м воевать, а в 30-м полководцы все утоплены в колодцы и вассалы восстать норовять.